Сегодня студенческий десант высадился в музее истории Красноярской железной дороги на станции Абакан. Здесь сотрудники линейного отдела полиции рассказали о специфике своей работы. Ежедневно на транспорте совершаются десятки преступлений. Раскрыть их и предотвратить новые – вот главная задача. А представители ГИБДД поведали некоторые секреты своей службы и еще раз напомнили ребятам о правилах поведения на дороге. Акцию «Студенческий десант» проводит Министерство внутренних дел уже в третий раз. В число десантников вошли молодые люди, которые намерены в будущем служить в правоохранительных органах. Возможно, не все студенты определились с выбором профессии. Возможно, еще кто-то не уверен в том, что нужно ли ему это именно образование. Соответственно, именно студенческий десант позволяет глубже понять работу правоохранительных органов и уже до конца сделать свой окончательный выбор. На железнодорожном вокзале молодежи провели целую экскурсию. Для многих это был единственный шанс попасть в места, куда доступ обычным пассажирам запрещен. А полицейские, не отрываясь от основной службы, рассказали, как обеспечивается безопасность пассажиров. Получили очень много подробной информации о работе полиции, о безопасности. Вот сегодня на безопасности на ЖД вокзале, вчера на безопасности в аэропорту. Ну, то есть видно, что реально условия очень строгие и относятся к безопасности людей очень серьезно. В ходе акции будущие юристы вживую увидели, как работают полицейские разных подразделений и даже приняли участие в некоторых операциях. К примеру, вышли в рейд по продаже алкоголя лицам, не достигшим 18-летнего возраста. А со специалистами отдела по делам несовершеннолетних посетили неблагополучные семьи. Такой опыт из учебников не почерпнешь. Наталья Чудина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.